приемной две девочки работала. Сначала два хлопка было там вдалеке. И потом, а я как раз вышла этот самый, по работе сюда к девочкам, и тут взрыв. Все стекла посыпались, я кричу им всем быстренько, всем в подвал. Девчата вылетают, у нее видно шепот этот, она как бы закричит, ну, только оглохла. Ну, забрали их в больницу, двоих, одну отпустили, сделали ей укол, все. А потом люди забежали с этого самого, с улицы, тоже я им сказала, туда, чтобы они в этот спустили. Не так. Это счастье, что у него там вот полуглава поедет. Закончили прием, прежде чем ее перерывали. Так, какое время произошло? Ну, 40 минут назад. Что здесь находится? Общественная приемная в республике, да. Мы провели прием граждан как раз по вопросам по коммунальному отоплению, теплоснабжению, электроснабжению. И вот на перерывах их проверили. Люди пострадали? Два человека скорая забрала. Так, находились в кабинете, да? В кабинете здесь находились. Тут одно рабочее место устало. Приехали спустя 10 минут после того, как прилетело. Двое людей было ранено, но как мы ехали, видели, как их уже забирала скорая помощь. После того, как мы приехали, мы увидели то, что все стекла, ну, большая часть стекол побита, и приняли закрывать тепловой контур. А повторные были сейчас какие-то прилеты там по школе, куда-то еще? Да, были, но мы пока занимаемся вот этим местом. Дальше поедем смотреть другие места. Сегодня при обстреле погиб сотрудник МЧС. Совсем молодой парень. Сапер. Много разминировал, спасал жизни наших граждан. Сегодня, как, впрочем, и всегда, наши специалисты работают в взаимодействии круглосуточно уже третьи сутки на подачу энергии и тепла в дома жителей Макеевки и Донецка. За ночь мы подключили сегодня почти 100 тысяч абонентов по энергетике. На сегодня на вечер остаются отключенными порядка 50 тысяч наших жителей. Не успели мои коллеги отремонтировать две линии, которые идут через Донецк, через Макеевку и Донецк. Вот. Поэтому надеюсь, что сегодня и завтра мы эти работы закончим. И нам удастся запитать оставшиеся 16 котельных в Макеевке, 39 котельных в Донецке. И все жители будут с водой, теплом и электроснабжением. Все узлы в Донецке по водоснабжению в работе. И рассчитываем, что уже сегодня вода пошла в Донецк, и завтра по графику мы будем получать смс, в какой район будет вода у нас приходить. По Макеевке, Черногвардейский район, остается пока 20 тысяч наших жителей без воды, но мы рассчитываем, что к обеду вода появится и в этих домах тоже. На сегодня пока все. Все специалисты на местах, работаем. Уважаемые друзья, буквально сейчас мне сообщили, что отключились линии Зуровской ТЭС, которая питает Макеевку и Донецк. Созвонились с энергетиками, они вышли на проверку линии. Надеемся, что в ближайшее время эта линия будет включена, и вы опять получите электроснабжение. Сегодня в Донецке весь день перепады напряжения. Очень моргает свет.
яичко. Так, сорт первый. 13,90. Социальная цена. Это в молоко. Ценник. Собственно, 5,70. 15 рублей скидка. Господи. Ой, господи. Котлята. Сыры. Скидка 10 рублей. Господи, как много. Ладно, 50 рублей скидка. И то незаметно будет. Пять рублей скидка. Да. И там 5. Ну, в принципе, это социальный магазин. Типа молоко такое. А других магазинов он стоит намного дороже. Допустим, если этот вот тут стоит 60 рублей, то у нас магазин будет стоить 100 рублей участников. Спасибо, что остаетесь с нами. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Пишите свое мнение в комментариях. Всех любим. Всем пока.